Ребята, всем привет! Как вы знаете, уже завтра начинается 13 сезон. И вместе с 13 сезоном нам добавят новый Royal Pass. И в этом видосе вы увидите детальный обзор всех наград платной и бесплатной линейки Royal Pass. Ну а также узнаете, как можно будет получить еще один дополнительный мифический костюм. Так что смотрите до конца. Но для начала хотелось бы поблагодарить за информацию канал Priyank 1798 и Мэтт Томица. Ссылка на них есть в описании. Ну и предлагаю начать наш с вами обзор, конечно же, с интро, которое уже завтра нас будет ожидать в игре. Дополнительно мы с вами видим, конечно же, награды, которые мы с вами сможем получить из следующего 13-го Royal Pass, который будет тематикой игрушек, если вдруг для кого-то это секрет. Ну а также мы с вами видим, что мы сможем получить на выбор или 600 UC-шек из следующего Royal Pass обратно, да, или 8000 купонов новой валюты. Ну а также мы видим с вами тот самый второй улучшаемый мифический костюм, который мы с вами сможем получить из Royal Pass. Дальше будет детальная инструкция, ребятки, где я расскажу, что и как нужно будет сделать. Ну и само собой костюмы, которые нас ожидают в следующем RP. Ну а теперь переходим, само собой, к самому обзору, который должен был выйти еще пару дней назад, ребятки, если вы помните, но у меня были технические проблемы, поэтому пришлось его перенести. Но не проблема. Для начала, что нас ожидает? На первом уровне это у нас, само собой, скин на Ауг. Вот такой вот костюмчик, ребятки. Это, само собой, в платном Royal Pass, да. Дальше у нас идет гардероб, 500 очков RP, ну, для следующего уже 14-го Royal Pass, да. И вот сразу же в третьей ячейке, ребятки, мы с вами что видим? Мы видим те самые на выбор купончики или UC-шки, о чем я говорил только что. То есть вы сможете выбирать себе или, допустим, получить энное количество UC-шек или энное количество купонов. Само собой, дальше уже решайте сами для себя. Не знаю, если можно будет дальше покупать за эти купоны Royal Pass. Посмотрим, да? Но, как бы, сейчас дается выбор вот такой. Или UC-шки, или купоны. Дальше нас ожидает скин на дымовую гранату. И у меня уже будет полный комплект. Я только сегодня выбил себе световую гранату, как вы помните, ребятки. Вот такая вот маска у нас будет на 5 уровне. На 7 уровне у нас снова же на выбор купончики или UC-шки. Вот она, граната, она будет на 10 уровне. Дальше снова же купончики, карточка из Royal Pass, чтобы пропускать миссии, ничего интересного. Аватарочка на 15 уровне. И на 20-м бесплатном, да, Royal Pass, на 20 уровне бесплатного Royal Pass будет вот такая вот эмоция. Ну а за платный уровень Royal Pass вы получите вот такой вот скинчик на мотоцикл. Я вам говорил, что в принципе скинчик на мотоцикл мне даже очень зашел. Я вам даже больше скажу, эмоция бесплатного Royal Pass выглядит намного лучше, чем предыдущие. Вот такой вот брелочек, ну в принципе брелочек как брелочек. Рамочка, костюм. Костюм, который у нас идет именно тематики рок-н-ролл. То есть у нас будет именно костюм тематика рок-н-ролл. Видите эти цепи, да? Парашют, кстати, в бесплатном Royal Pass тоже тематика рок-н-ролл за 30 уровень, вы видите, да? Дальше мы с вами еще увидим шлем. Ну, сейчас дойдем. За 35 уровень мы получаем вот эту вот крутую эмоцию. Эмоция годная. Я вам еще говорил, когда первый раз вам ее показывал. Она будет в платном Royal Pass. Шлем. Вот шлем, о чем я говорил. Я надеялся, что шлем меня не разочарует. Он меня не разочаровал, ребятки. Тематика вот этого рок-н-ролла, который у нас прослеживается в этом Royal Pass, она меня, если честно, очень даже радует. Дальше у нас идет на 50 уровне бесплатного Royal Pass вот этот вот скинчик на пистолет, ребятки. Это бесплатный Royal Pass. А в платном Royal Pass, ребята, у нас будет, как я говорил ранее, если вы помните, на выбор или костюм огненного рейнджера, да, то есть вы сможете себе выбрать, или костюм ледяного, да, если не ошибаюсь, ледяного рейнджера, да, то есть вы сможете себе выбрать один из этих двух костюмов на 50 уровне. Это, я вам скажу, определенный прогресс, несмотря на костюм, да, как ни крути, здесь дается выбор, уже хорошо. Дальше, что нас ожидает дальше? Это МВП эмоция. Ну, в принципе, нормальная МВП эмоция, коротенькая, но выглядит зато годно. Дальше, самолетик. Самолетик нас ожидает на 60 уровне, ребятки. Самолет, ну, вы видели, да? Ну, выглядит более-менее нормально, но видно, что тематика игрушек, да? Просто синий цвет, ребятки, я уже говорил, мне нравится именно синий цвет, поэтому, в принципе, годно, пусть будет. Граффити, ну, как без них. Ну, и, само собой, 70 уровень, ребятки, тот самый костюм. Костюм, который можно будет улучшать, и дальше я вам покажу, как его можно будет улучшать, как он будет выглядеть, потому что здесь качество намного хуже, да, чем там. Сейчас вы, в принципе, увидите, обязательно смотрите до конца и поймете, о чем идет речь. Костюм вот этот, если можно будет его улучшить до мифика, он выглядит просто огонь, согласитесь. Дальше у нас идет вот такая вот маска на 75 уровне, ну, в принципе, маска как маска. 80 уровень, рюкзачок.
И я уже говорил, что он хотя бы в тематику игрушек, да, но выглядит очень простенько, прям очень простенько. Согласитесь, здесь даже нету, ну, хотя бы у нас там курочка была в предыдущем, да, а здесь прям, ну, такая, давайте скажем, минимализм, да, разрабы решили именно, в общем-то, сделать. Вектор, ну, это, я думаю, вы и так знали, что Вектор нас ожидает, скинчик это будет на 90 уровне Royal Pass, ребятки. В принципе, пойдет скинчик на Вектор для коллекции, почему нет, потому что у меня там какой-то простенький скин на Вектор. Ну и 95 уровень, ребятки, у нас снова же будет эмоция, и это именно та самая эмоция, помните, которую показывал, где у нас с неба падают трое сразу рейнджеров, то есть этот огненный и ледяной, и уже ваш персонаж. Но здесь почему-то только один, как вы видите, да, то есть только ваш персонаж делает эту эмоцию. Не знаю, может быть, в завтрашнем Royal Pass, когда выйдет, будет уже добавлены и эти два персонажа. Ну и, в принципе, костюм за 100 уровень, если честно, мне очень понравился за 70 уровень. Я бы не дал этот костюм за 100 уровень, я бы поменял их местами, честно вам скажу. Потому что, ну, хорошо, что они так сделали, потому что за 70 уровень не нужно будет ждать 100 уровня, правильно? Но, помимо Royal Pass, нас, конечно же, ожидают кейсы RP, да. Здесь у нас будет возможность выбить себе вот такой вот костюмчик солдатика. Я, в принципе, его показывал. Скорельку, которую многие надеялись, что она будет в RP. Нет, ребятки, она будет в кейсе. Ну, в принципе, годная такая скорелечка, но, к сожалению, она будет в кейсах. Ну и дополнительно снова же тот же самый солдатик. Ну, как и у нас сейчас, да, там была женщина-кошка, УАЗ, калаш. Дальше нас ожидает еще один кейс, где у нас будет вот этот вот скинчик на сковородку. И мне, если честно, вот этот скинчик очень даже понравился. Не знаю, как вам, но он выглядит очень такой токсичный. И вот этот вот кейс, ребятки, вот я хотел вам показать. Здесь у нас будут снова же скины, которые у нас были ранее, да. Вот этот скинчик на дачу я очень бы хотел. Скин на ДП, кстати, выглядит очень круто. Раньше он давался на сервере Индия временно, и я с ним бегал, он мне понравился. Ну и золотая сковородочка, в принципе, она тоже была раньше. В другом RP, если я не ошибаюсь. Теперь давайте рассмотрим тот самый костюм 70 уровня, как он будет выглядеть на каждом уровне улучшения, да, до мифического качества. Ну а потом я вам расскажу, как можно будет его улучшить до мифического качества. Первый уровень выглядит годно, согласитесь, вообще не прослеживается тематика игрушек, Power Rangers, поэтому я и говорю, что его можно было давать за 100 уровень, да. Вот второй уровень, ребятки, улучшения костюма. И здесь он тоже выглядит очень даже круто, мне нравится. Но вот третий уровень, это просто, ну согласитесь, во-первых, мифическое качество. Во-вторых, головной убор, как головной убор. Но, когда надевается костюм, ребятки, это полный кайф. Я вам говорил, если вы помните, еще при первом трейлере, когда он появился, я говорил, что вот этот костюмчик, если будет в ящиках, это будет просто фиаско. Но нет, ребятки, он в платном Royal Pass, да еще и за 70 уровень. И выглядит он просто топ. Вот этот серый костюм, он огонь просто. Если честно, только за этот костюм можно было бы отдать те самые 600 UC-шек, которые стоят платный Royal Pass. Ну еще и там скин на мотоцикл, не забывайте. В общем, насчет костюма, как его можно будет улучшить, ребятки? Его можно будет улучшить, как вы видите, во-первых, здесь RP-очки у нас нарисованы, видите, внизу, да? Во-вторых, здесь именно еще дополнительно будет возможность, чтобы вам добавляли сверху эти очки, если вам будут помогать друзья или вы будете помогать друзьям. То есть, здесь написано, для более легкого разблокирование, да, высших форм этого костюма, вы должны, в общем-то, со своей командой собирать специальные миссии прогресса. Извините за мой английский, если я что-то неправильно перевожу, можете поправить меня, в общем-то, в комментариях, ребятки. Ну, в принципе, вы можете сами поставить на паузу, прочитать и, в принципе, перевести себе, да. Но речь о том, что его можно будет улучшать, да, вот здесь написано, что это три формы костюма. Дальше его можно будет улучшать с помощью миссий, которые будут обозначены вот таким вот значком. Видите, вот здесь написано внизу, что дополнительные вот эти миссии, которые вы будете выполнять со своими друзьями, они будут обозначены вот этим вот значком. Поэтому вот этот значочек, он и был виден на скрине с самим костюмом. Не зря он там был, чтобы вы понимали, да? То есть, в общем-то, вам нужно будет играть с друзьями, ребят. И обязательно найдите свой склад, который вам будет готов помочь при выполнении миссии, чтобы вы могли улучшить свой костюм. Ну и вот здесь у нас будут миссии, они будут обозначены вот этим вон значком. В принципе, ничего сложного, но нужно, само собой, играть. Играть именно с друзьями.
Вот такой вот Royal Pass ждет нас уже завтра в игре, ребятки. Напишите свое мнение в комментариях, понравился он вам, будете покупать, не будете покупать. На этом видос заканчивается. Если видос вам понравился, поставьте лайк. Если он вам не понравился, поставьте дизлайк, подпишитесь. Ну а с вами был Dream, всем топ-1.